В Институте гуманитарных исследований Республики в рамках школьной научно-практической конференции «Трудовой фронт Аллах Юнь» прошла презентация книги о трудовом подвиге якутян во время Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие школьники и приглашенные гости из 8 районов республики. Книга-фотоальбом посвящена результатам исследовательской работы правнуков, героев, перевозчиков грузов, золотодобывающие прииски в суровые годы. Они в своих работах излагают трудности, с которыми встречались их предки. Книга выпущена в 300 экземплярах. Издана в 300 экземплярах. В прошлом году наша организация, Межвузовская общественная молодежная организация Макадалын-Чата, участвовала в конкурсе грантов и выиграли 375 тысяч. На эти деньги мы издали книгу «Аллах Мюнтагас Чатарын Курсын Быгылара». Книга рассчитана на массового читателя.